how you love me electric, like you do. Love it how you love me electric, always you. Love it how you love me electric, electric. I love it how you love me a lot, love me a lot, love me electric. Baby, keep the light on for me, I'm coming home. Know I got you forever, wherever I go. I feel like I'm high. Вы поняли, что я нахожусь не дома? Мы с Тошей сегодня находимся в супер новом отеле в Японии, который в таком стиле калифорнийском, так как у меня день рождения. Мне сегодня исполняется 35 лет. 35. Как и в прошлом видео я говорила, это полжизни вашей. О своих эмоциях я поговорю попозже. Сначала хочу вас ввести в курс дела и вообще это видео показать вам Японию немного с другой стороны, с более современной. Именно это место я называю японским Монако. Вообще я никогда не была ни во Франции, ни в Монако, но такой стиль меня очень-очень даже вдохновляет. Ну, вот эта зона, где мы находимся, Цуши, Камакура, Хаяма, это такая... прибрежная зона, полтора часа езды от Токио. Здесь есть резорт Марина, называется. И здесь открылся такой прям новый супер-отель, американский, калифорнийский. Ну, вообще, это больше напоминает мне Монако, правда. И вот, и Тоша мне сделал подарок. И в этом году я его ничего не просила. Просто, ну, что хочешь, делай сам. Сюрприз и так далее. Эти зоны, вообще здесь считается, что живут богатые люди. Ну, в зависимости, конечно, какой у вас дом, но если вот иметь вот такой дом на берегу моря, такой современный, то это стоит очень дорого в Японии. Поэтому в основном, конечно, только богатые люди себе могут это позволить. Так вот, я очень люблю море, и мы, конечно, хотим тоже иметь когда-то свой дом, примерно вот такой. Вот просто просыпаться и смотреть на море. И это еще мечта моей мамы. Мне бы хотелось, чтобы она приехала и проводила время с нами. Мне тоже уже подарили цветочки, пока мы ехали. Вообще в Японии нету культуры, кстати, девочки, чтобы японцы дарили цветы девушкам. У них такого вообще нету. Я приучила Тоши сама. Даже на день рождения, по-моему, не первое время. Я не помню. Нет. А у них, знаете, цветы дарят на торжество, на праздник, на свадьбу, на какое-то событие. Но на день рождения или тем более уход для девушки они не дарят, они больше там на ресторан, может быть, какую-то мелочь подарить. В принципе, по мере роста я не завишу там от цветов и подарков, но на какие-то конкретные праздники, конечно, я считаю, что мужчина должен подарить цветы. Смотрите, здесь написано, когда восход солнца и когда закат, в какое время, чтобы мы смогли поужинать прям под закат в этом месте. Вот эти штуки все заберу с собой, в общем. Так красиво, что невозможно просто это все забрать с собой. Буду как моя Бика, как моя бабуля. Молоко и специальное пиво. Заберем это папе и маме. Мама тоже любит пиво. Такой тонкий. Dried fruit. Dry fruit. And
healthy chips with carrot. Carrot chips. Нужно прочитать. Я специально держу момент. И это мне от мамы Тоши. Я не знаю, что там. Мне очень интересно. Я думаю, наверное, какой-нибудь платок, которого, кстати, у меня нету. Так шикарно. Shake, shake, shake. Did you say it in my smell? Oh, so. О, вон туда джус. Лимонады, оранжи на мне. Beets. Beets is cleaning your blood, you know. Прикольно, что можно прям вот в бассейне внутри как будто сидеть и пить кофе. Или завтрак. Или вот можно как раз, когда будет закат. Я накупила в H&M вот такие платья за всего лишь там $30. Ну, вообще это как бы копейки. Но зато, мне кажется, думаю, я на вечер одену вот это платье. А это пока на прогулку черное просто. Я так поняла, сейчас мода вот именно вот такие фонари. Рукава, но очень мило смотрится, красиво и просто. Потому что, ну, мне не идут вообще никакие цветастые вещи, и компонировать я их не умею. У меня проблема. Мне даже вчера Тоша сказал: «Мадина, ты, у тебя плохо с модой». Тоша объяснил, нужно, когда покупаешь вещи, не так, как «а, мне это нравится». Нужно подбирать, например, подойдет ли эта кофта под мой вообще гардероб, под штаны, если у меня штаны к этой блузке. Вот так вот. Я об этом никогда не задумывалась. Здесь находится залив, и здесь яхты еще стоят. Можно здесь арендовать яхту и покататься. Но, если честно, я не очень увлекаюсь яхтами, поэтому мне как-то все равно. Тоши, мите, просу, гой, какена, я то. Курене, давай. Мы с Тошей прогулялись, а теперь мы будем встречать закат. Такое модное здесь место. Здесь можно просто в кафе прийти, не обязательно останавливаться в отеле. Даже с друзьями можно просто прийти на кофе, на чай, на ужин и наблюдать закат. Какие кончики. Фигурь. Maybe they don't have a wedding, they just do photos. Кариру, рентот. Так, время раскрывать подарки. А это подарок от мамы Тоши. Курилка Санкара. Угу. Если честно, мне кажется, это такой дорогой подарок. Потому что в Японии вообще нет культуры подарков. То есть они, конечно, дарят какую-то мелочь, ну реально, вот книжку, например, шоколад, например. А чтоб ты какие-то большие подарки, дорогие подарки, такого нету. Поэтому мне кажется, это очень большой, такой прям большой подарок для меня. Я немножко волнуюсь. You are always beautiful, cheerful, powerful, sweet and mindful. I always respect you and love you so much. I strongly believe that we will definitely be able to achieve the big things together. Аригато, пупсичка. У меня сынку найти на кадре, думаю, что-то найти. Сайшукара, му, найти, кедо, я что-то... I tried not to cry, да, симача. Аригато, пупсичка. Нанька, нанька, на, скафу, кана, то, мотта.
Скафу. Есть. Сугой стеки на боксу стеки. Какой! Смотри, у казан кара? Сугой! I like it! お、かさありがとう。え、そうかっこいいだけどね、似合う。いや、めちゃめちゃかっこいいよ、これ。お母さんありがとう。お母さんありがとうございます。ちゃんといただきますよ、入ります。いつもシンプルなものがないって言ってるから、お母さんにパンツとか、何でもね、合う、似合う。スカートでもパンツでもショーツでもいいな。新しい、それ見たことない、こういう感じ。初めて見た。 А вот и закат уже. Сейчас мы идем на ужин, праздничный ужин, вот в этот ресторан, вот сюда. Он похож на такой мексиканский стиль, но это итальянский ресторан. О, прохладно. Ну, на мой день рождения всегда в Японии часто льют дожди почему-то. Но сегодня нормальная погода, но завтра будет лить дождь вообще, по идее. Ух ты! Я одену вот эти черные босоножки и возьму свою бежевую сумку. Будет вот такой идеальный комплект. О, вот здесь можно посмотреться. Давай, котики. あ、あ、で、光ってるね、そうです。光ってる。すごい。ありがとう、おしつか。 刺身。カツオでそうです。刺身。エビ。エビ入ってる。エビ。エビ入ってる。エビ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 
Это нам подали мороженое прямо перед блюдом мяса. Следующим. Считается, что мороженое очищает как бы вкус. Ну, после вот этих всех различных блюд. Интересно, какой на вкус? Ну-ка. Просто такое, как будто соленоватое мороженое получается. А, что тут еще пара? Graceful. Ждем десерт. Еще нам подарили вот эти палочки с собой взять. Сказали, можно. Аригато. Нет, нету свечки. Куда закатывать желание? Че, кипи не он играет сюрюне? Давай. Буду закатывать. Давай. Желаю, чтобы мы. Ёши. Табимас. Тоза. Матча митай да кедо. Гринпис да. How do you feel? Like an elegant princess. You are. Not always. Absolutely, you are.
Так, Тоша приготовил себе ванну. А я не хочу, я бы просто посмотрела телевизор. Я хочу измерить, насколько я поправилась. Так, вообще, я обычно мешу 48,7. I gained 1 kilo just now. Чуди реально 51 килограмм. И я что, за день на килограмм поправилась? Это странно вообще. Ну ладно, ничего страшного. Никогда не думала, что можно есть мороженое с оливковым маслом. Или что моллюски могут быть запеченные в муке и с углем, например. Что еще рассказать? Не знаю, что еще рассказать. Спросите меня. Кто с такой прикол вышел? Заячка, надо работать. Вот. Так что что сидеть мечтать? Надо работать. Да, Тоша, работа. We gotta work harder. Что ты бусу соусишь?